В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Архитектор и художник», приуроченная к юбилею Владимира Тихоновича Фоменко, члена Союза архитекторов России, советника Российской академии архитектуры и строительных наук, почетного академика Российской академии художеств. С 1980 по 2005 год он был главным архитектором города Азова. Поблагодарить администрацию города. Мы, конечно, Азовский музей-заповедник, за проявленную инициативу организовать эту выставку и оказываем мне честь. Открытие прошло в теплой, дружественной обстановке. Юбиляра пришли поздравить коллеги, друзья, представители администрации города. С поздравительной речью выступил директор Азовского музея-заповедника Евгений Мамичев. Вот видите, один из самых больших залов нашего музея сегодня полный, Владимир Владимирович. Это значит, что четверть века, отданные на благо развития города Азова в качестве сотрудника органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, и вся ваша жизнь, она это отдана не зря. Это значит, что вы получаете общественное признание, вы получаете восхищенные взгляды своих земляков. А это, наверное, самое большое достижение любого архитектора, который посвятил свою жизнь родному городу. Владимир Тихонович является автором множества проектов зданий, храмов и памятников в Азове и за его пределами. На выставке можно увидеть макеты города Азова, фотодокументы, эскизы герба и флага Азова 1996 года. Выставка будет очень интересна и познавательна для азовчан и гостей города.